Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В церквях Кирова стало возможно платить карты. Платежные терминалы установили в Успенском соборе Трифонова монастыря, в Свято-Серафимовском и Спасском соборах. Как пишет портал БН Киров, в церкви Пантелеймона Целителя по карте можно и внести пожертвования. Добавлю, что Успенский собор сейчас испытывает серьезные материальные трудности. Говорится на сайте Вятской епархии. Он просит помочь деньгами на обеспечение жизнедеятельности храма. Программа «Экономика». ВТПП к 9 мая готовит фотовыставку, экспозиция «И все-таки прекрасна жизнь» будет открыта совместно с фондом «Культурное наследие Вятки». Это несколько десятков фотографий, сделанных Александром Пантюхиным, пейзажи и работы, связанные с празднованием 9 мая. Они будут выставлены в деловом центре ВТПП. Все желающие смогут посетить выставку онлайн и прикоснуться к истории Великой Победы на сайте Вятской торгово-промышленной палаты vcci.ru. После завершения выставки все фотоработы передадут в дар областному госпиталю для ветеранов войн. Открытие выставки запланировано на 12 мая, но онлайн посмотреть ее можно уже с 9-го. Возрастное ограничение 0+. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Основа любого бизнеса – это люди. Банк Хлынов понимает, как важно именно сейчас сохранить команду, которая работает над общим делом. Благодаря своей команде банк пережил кризисы 90-х и 2000-х, а сегодня Хлынов помогает сохранить коллективы предприятий, салонов красоты, частных учебных заведений, торговых центров, ресторанов, ремонтных мастерских, всех, кто соблюдал и соблюдает карантин. Банк дает возможность компаниям обеспечивать сотрудников на прежних условиях и предлагает кредиты на выплату полного размера окладов без дополнительных комиссий. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. А у КБ Хлынов лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 73,97, курс евро 80 рублей и 6 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.